Ребят, всем привет. В общем, сегодня максимально насыщенный день. Сходил, подстригся. Сейчас взял вот такой вот вид автотранспорта в Москве. И еду в DHL забирать свою лицензию, которая прилетела со Владика. А потом еду еще там в одно место по документам решать поселение в Москве. И, в принципе, пока на сегодня все. Нужно как-то это все успеть. Так что смотрите, и на этом нужно еще научиться ездить нормально одной рукой, снимать сторис, рулить и тормозить, как он. Итак, мы прибыли на место, DHL. Сейчас идем забирать лицензию, потом уже дальше посмотрите, куда едем. Все, нужно, да? Спасибо. Так, посылочку забрали. Ну, в общем, что-то такое. Это лицензия. Лицензия, которую мы забыли на первом этапе РДС во Владике. Ребят, ну а выглядит она примерно вот так вот. Сейчас мы ее откроем. Вот. Вот она. Вот она моя лицензия пилота. В другую часть города мчим уже мы на метро. Иначе в такси сейчас встанем в лютую пробку, которая длится во всей Тверской. Не будем ехать буквально, наверное, часа два, а на метро минут 15-20. Так что метро тема в таких моментах. А на самом деле, когда пробок нет, лучше на тачке, ребят. Лучше на тачке, потому что это спускаться, вот это сидеть, ехать, это убивает все. Лучше на тачке. Так, в общем, рассказываю. Все дела я сегодня сделал. Прописку мне сегодня выдать не смогли, потому что пришел день в день. У них, как обычно, какие-то задержки. Короче, приеду завтра. Вот. А послезавтра мы с Федей Дежицем вылетаем в Казань, на Казань-Ринг, чтобы поучаствовать в этапе РДС Запад. Многие из вас уже знают. Но еще раз говорю. Вот. Ну, а сейчас пойду погуляю по Красной площади. Красивая площадь. Мы приехали сюда, наверное, уже очень давно, в обед. И сейчас мы направляемся домой, потому что очень уж сильно устали сегодня. О, как красиво.